Хвала Христу! У эфире телепередача «Радость Евангелия». З вами я, ксьонц Роман Войцехович, вікар парафії Звяжання Святого Крижа у Лиді. 14 вересня у костелі відзначається свято Узвышення Святого Крижа. Напередодні свята хочу з вами поразважати над крижом нашого Збавцы, Єсуса Христа. Коли у 70-й год Єрусалим був захоплений і розбурений римлянами, распачаліся великие переследования религии Христа, которые протягивались амаль 300 годов. Только после того, как эти переследования были спыненные, мать римского императора Константина, святая Алена, загадала шукать крыж, на яким помер Иисус. После долгих пошуков крыж был знойден. Относно даты этой подеи историки не пришли до сгоды. Найчастей узгадывается 320, 326 и 330 годы. Что дотычит дня, то все крыницы подают 13 або 14 вересня. У связи с этой подеей у Иерусалима на Голготе были побудованы две базилики – мучеников и воскресенье. Базилика мучеников называется так само базиликою крыжа. 13 вересня 335 года отбылось урочистое благословение и передача мясцовому бискупу обедвух базиликов. На память про это, что год 13 вересня стало означаться свято Узвышения Святого Крыжа. Позднее оно было перенесено на 14 вересня, бо гэты день припадая годовина выставления реликвий крыжа для публичного ушанования. Это значит для первой адорации крыжа, якая отбылась на наступный день после благословения базиликов. Свято спочатку было уведено для тех костелов, где находились реликвии крыжа, а затем стало означаться у повсюдным костеле. У крыжи Иисуса костел завсюды бачил алтар, на яким Божий Сын сбавил свет. Тому каждая частка этой реликвии, так густо окропленная его найсвятейшою кровью, завсюды користалася особливою пошаною. И справа не у аутентичности поособных реликвий, а у тем, что они нагадывают про крыж Христа и великую справу, якая здійснилася на им деля добра человечества. Про укрыжование Пана Иисуса пишут усе евангелисты. Больше за то, они вельми подробязно поведомляют про обставины, у яких это отбылося. Поводле сведчання евангелістаў, пан Єзус був укрыжаваны каля гадзіны 12, а памёр а 15. Яго пахаванне адбылося каля гадзіны 17. У гонар Святого Крыжа пабудавана мноства касцёлаў. Існуе таксама некалькі манаскіх супольнасцяў, мужчынскіх і жаночых, пад назваю Святого Крыжа. На чале ушанавальнікаў Святого Крыжа стаіць апостол Павел. Особливым набоженством до крыжа вылучалася святая Алена, императрица. Однако широкое распаўсюджванне культ крыжа атрымаў у сярэднявеччы, калі вельмі живо развивался культ муки пана. Крыж Христа мы ушановываем так само праз знак Святого Крыжа. Спачатку вернікі рабілі яго над прадметамі і накрэслівалі далонню. Ён з'яўляўся вызнаннем веры, павінен быў захоўваць ад няшчасцю, прыносіць Божае благаславленне. Гэты звычай зарадзіўся ў першае стагоддзе хрысціянства і ўспрымаўся як хрысціянскае крэдо. Словамі вызнавалася вера ў Бога, адзінага ў Найсвяцейшай Тройцы, а рухам рукі падкрэслівалася збаўленне праз хрыстовую муку і смерць. Свято Узвышення Святого Крыжа нагадвае нам пра вялікае значэнне крыжа як сімвала хрысціянства і дапамагае ўсвядоміць, што мы не можам успрымаць яго толькі як элемент дэкору нашага памяшкання, месца працы або як адзін з многіх элементаў нашага штодзённага ўбрання. Шануем, браты і сёстры, крыж нашага Збаўцы, Єсуса Христа. Дзякуй за ўвагу. Хвала Христу!